Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, видно. Сейчас каждый пенсионер чуть ли не этот оператор USB-каналов. Ну так жизнь такая, не мы такие. Я всегда с собой беру видеокамеру, да? Да. Как раз рекламу сняли, все нормально. Ничего не пропускают. Что здесь снимать? Ничего снимать. Вон, ничего не происходит. Ну, отец на пенсии, ну хочется же как-то... Скучно.